Дима, не ешь мою книгу. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учиться играть песню из русского рока, и это даже не Цой, обалдеть. Группа Люмен, легендарная песня под названием «Гореть». И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даши Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару. Поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. Ну а для начала вот как она у тебя будет выглядеть. Зачем кричать, когда никто не слышит? О чем мы говорим? Мне кажется, что мы давно не живы. Зажглись и потихоньку догорим. Когда нас много, начинается пожар. Города похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать. Когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять и не бежать, но все равно гореть. Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно гореть. На сейчас погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно, начнем мы с вами с аккордов. Первый аккорд — аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Дальше у нас с вами идет аккорд G. Зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд — аккорд Фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором. Далее к этой конструкции добавляем с вами третью струну на втором ладу, и получается аккорд ДМ. Вот, в принципе, все аккорды, то есть АМ, Джи, Фа и ДМ. Они у нас будут на протяжении всей песни, единственное, в каких-то моментах они меняются местами, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Во вступлении и первом куплете у нас играется перебор. Если вы не знаете, что это такое, или у вас он плохо получается, то на канале есть целый видосик, обязательно его посмотрите, я там все подписала, расписала. Есть два варианта, попроще и поинтересней. Попроще варианты — это 4, 3, 2, 1. Причем, заметьте, я играю разными пальчиками, а не все одним пальцем. Еще раз, 4, 3, 2, 1. Это играется два раза на один аккорд. Это вот такой простой вариант. Поинтереснее можно сыграть так. Вот к этой конструкции 4-2-1 кое-что добавить. То есть у вас получается 4-3-2-1. Далее мы возвращаемся с вами, играем 2-3-4 и добавим 3. То есть смотрите, мы спустились, поднялись и сыграли еще дополнительно трочку. Если вы будете играть это, то также играйте два раза на один аккорд. Единственное, просто это будет звучать быстрее. Вот так вот это будет звучать у нас. Да, вот как будто у нас идет перекликивание 4-3-4-3. Прикольная штука, кому уже надоело так вот все играть постоянно. Возьмите этот. Вот
касаемо перебора вступления и куплета. Вступление играется на этих же самых аккордах, такой же порядок, А, М, G, Фа, Д, Э. Единственное, в оригинале мне там очень интересную штучку делают, вот мы попробуем сделать то же самое. Каким образом? Мы на все эти аккорды будем в каких-то местах добавлять первую струну на третьем ладу. То есть помимо основного аккорда мы еще будем зажимать дополнительно вот эту вот ноточку, неважно каким пальцем, безымянным или мизинчиком, кому как удобно, посмотрите. Вот у меня такой АМ получается и такой АМ. То же самое там с Фа, с ДМ и Джи. Каким образом это будет звучать? Смотрите, у нас идет с вами вступление, и мы играем вот этот перебор, вне зависимости, какой вы взяли, два раза подряд. Вот за первым разом мы просто играем обычный, например, аккорд, а за вторым разом вот эту форму. То же самое на следующий аккорд. Это у нас получается очень так интересно, объемненько, прям красота. Не поленитесь, посидите, пока покурлыкайте тут. Можете даже в куплете это добавлять, но я думаю, что это будет сложно, поэтому просто хотя бы выступление пока что поучитесь, порепетируйте. Это у нас будет такое вступление. Если мы берем поинтереснее вот этот переборчик, тут то же самое, по сути, то есть за первым разом просто аккорд, за вторым разом добавляем. Вот надо было залажать. Здесь более-менее понятно. Если что, в самом конце я прям это соберу. Вступление, куплет, припев. Думаю, вы поймете. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев. Пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Давайте перейдем к самому первому куплету. Первый куплет у нас с вами играется точно таким же перебором, который вы выбрали. Единственное, там будет момент на слова «И города похожи на крематорий и базар», там будет аккорд фа. Мы вот этот перебор, который вы взяли, и так играете два раза, и еще раз сыграем два раза. То есть итого у вас или 4 по одному, или 2 по 2. Сложная математика, сейчас давайте лучше покажу, вы все поймете. Я покажу вариант поинтереснее. Вы помните, кому сложно, играем просто 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 на каждый аккорд. Зачем кричать, когда никто не слышит, о чем мы говорим? Потихоньку догорим, когда на снова начинается пожар, и города похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего. Кричать. И дальше будет очень прикольно звучать, если вот вы после этого первого куплета сделаете глушение левой рукой вот таким вот образом. Ну, то есть вот сюда просто положили руку, здесь сыграли вниз-вверх, вниз-вверх. Почему? Потому что дальше в припеве у нас с вами идет прям хороший такой бой, и это будет очень круто звучать. То есть смотрите. Когда тебя не слышат, для чего кричать? И пошел в припев. В припеве можете взять любой бой, который умеете играть. В оригинале играется у нас восьмерочка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Его мы играем с вами один раз на один аккорд. Или же вы можете вариант взять попроще. Например, пятерка. По-другому это вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот этот вот первый удар вам нужно прям тамс, та-та-та-та-тамс, как бы выделяем его немного.
Если вы возьмете пятерку, то играйте ее, пожалуйста, два раза на один аккорд. Например, с пятеркой это будет выглядеть так. Хорошо, прям, не дать не взять. Но если возьмем с восьмерочкой, то получается так. Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно горец. Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно. Ну а дальше у нас с вами идет проигрыш-ступление, которое мы там делали, вот это обыгрывание. Вот с этой ноточки, да? Первая струна на третьем ладу. Вопрос может возникнуть, Даша, а что нельзя играть все перебором, типа и куплет, и припев? Можно, но я ориентируюсь именно по оригиналу. В оригинале у нас все куплеты играются перебором. Вот, поэтому имейте в виду, если хотите играть куплеты боем, пожалуйста, играйте боем. Дальше у нас идет с вами второй куплет. Вот во втором куплете опять играем переборчиком. Слова по мелодии те же самые. Даша мимо нот, естественно, опять будет петь. Но единственное, напоминаю, там один момент будет в скобочках аккорде фа написано двоечка. Надо вам еще раз просто продублировать. Перебор. И снова с неба замыкает на себя слова и провода. И снова небо проливаются на нас ответы и вода. Прозрения захотелось заорать, давай кричи, но тебя могут не понять, никто из них не хочет ничего менять. И пошел припев наш с вами любимый. О, сосиски в тесте, мои любимые. Можете еще в конце шлифануть этим переборчиком. Но это уже на ваше усмотрение. Давайте сейчас от начала до конца соберем, чтобы у вас не было каши в голове. Моя голова бинтом. Когда никто не слышит, о чем мы говорим. Мне кажется, что мы давно не живы. Зажглись и потихоньку догорим. Все привыкли ничего не замечать, когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем
пошел перегреш. Если у вас возникли вопросы, то обязательно почекайте по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Ну или же пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то дай мне об этом знать с помощью твоего лайка. И напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Схема рабочая, вы пишите, я разбираю. Ну а также я хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто поддержит меня финансово на Boosty. Вот все эти ребятюлечки, вы можете тоже к ним примкнуть, получать от меня все почтение. И весь раздачный материал с разборов. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Еще раз и. Когда ты потеряла ноту, представляешь? Потеряла голову. Вот ты.